Всем привет! У нас бизнес-завтрак продолжается, и мы будем обсуждать новую тему. Ну и перед тем, как обсуждать новую тему, хотел поделиться своими эмоциями, своим достижением, чего я достиг за ту неделю, которая у нас была домашнее задание, можно так сказать. Мы проходили тренер вовлечения, и у нас было задание на своем примере, на работе своей применить этот тренер. Какие результаты я достиг, это, можно сказать, общаясь с человеком, рассказывая ему о его услуге, о его продукте, которым он будет пользоваться, я пытался вовлекать его тем, что этот человек уже имеет этот продукт, он им пользуется, как он получает эффект, как ему с этим продуктом удобно, хорошо жить. Я так сам начал замечать, что человек слушает, представляет уже этот продукт у себя в руках, пробует, как с ним ему удобно, комфортно. И я вижу, что у нас связь между им и мной как бы сближается. И мы уже находимся на одних волнах, и то есть легче говорить с этим человеком. Вот. Я думаю, триггер вовлечения должен быть в нашей повседневной жизни, когда мы хотим просто общаться с людьми. Я слышал такое, что чем ближе мы хотим быть с людьми, тем нужно тише говорить нам между собой. Потому что если мы начинаем орать, наши сердца, можно сказать, между двух партнеров, они расходятся, отдаляются, и получается, мы не слышим друг друга. Мы как бы закрываемся в какой-то комнате. И нужно тише, спокойнее, проще говорить. И тогда люди к вам потянутся. Это залог успеха. Все, спасибо.